Значит, активируется во время дыхания, зажимы в предплечьях. Такое, значит, ощущение. Ощущение, как после тренировки эспандер расковывают руки или приковывают к полу. То есть здесь речь идет об очищении полевой формы жизни. В течение нашей жизни, сознательной, мы столько переживаем эмоциональных потрясений, которые откладываются. То есть вроде бы поволновались и расслабились. Опять поволновались и расслабились. Но нет, оказывается, мы поволновались, остался след. Мы поволновались еще, остался след. И он как бы утрамбовывается, любое волнение. И в результате у нас мышцы, вроде бы расслаблены, да? А на самом деле они немножечко скованы. И, кстати, вот это вот лежит в основе гипертонии. Они уже не могут расслабиться, мышцы, которые находятся в стенках сосудов. Они постоянно, чуть человек что-нибудь сделал, они еще больше сжимаются, давление поднимается и бабахает. Вот, человек не может расслабиться, поэтому применяют различные лекарства, спазмолитики и так далее и тому подобное. А здесь можно, значит, поступать очень просто. Это с помощью дыхания, побутейка, с помощью расслабления. И в конце концов, чтобы не волноваться, изменить свое мышление на ту или иную ситуацию, чтобы это нас не волновало. Чтобы эта ситуация нам показывала, чем она хочет нас научить, но не волновать. Понимаете, как надо относиться? Вот, и тогда совсем другое дело. И ряд заболеваний, связанных особенно с гипертонией, просто-напросто пропадет, да? И для того, чтобы убрать вот эти вот, как раз я называю, психические зажимы, это уже, знаете, энергия в тонких полях у нас спрессовалась. Вот здесь вот как раз подходит дыхание. У нас есть эфирное тело, наша оболочка, да? Которая энергетическая, ну, энергетическая, да? Но, тем не менее, энергетический шаблон есть. Так вот, эти все наши эмоциональные потрясения, они, значит, откладывают свои сгустки, энергии в разные участки эфирного тела. А так как эфирное тело, вернее, физическое тело делается по эфирному телу, то у нас как раз они откладываются, в первую очередь, в руках, на лице, ну и далее там по телу. Когда я начал делать, в первую очередь, что? Руки крючит. И лицо делает. То есть все вот эти эмоции, которые мы зажали в себе, которые переживали и думали, что они вышли, они там сидят. И когда мы начинаем дышать, дыхание, значит, начинает циркулировать по, значит, эфирному телу. У нас есть, к тому же, и праническое тело, и энергетическое тело, да, в котором не должно быть никаких там зажимов, пробок. Вот. И когда она натыкается на эти сгустки, получается такое впечатление, как будто там идет накачка, и действительно вот этот что-то, как, знаете, как камень такой вот становится. И вот этот вот камень, или, говорит, вот этот вот зажим, он доходит до своей кульминации, потом разрывается, то есть прорывает его, и он уходит, и тогда человек расслабляется нормально. И начинается нормально работать и суставы, и внутренние органы, ну смотря где. Поэтому здесь как раз методика очищения, я ее назвал, полевой формы жизни. Это же то же самое холотропное дыхание, то же самое дыхание там ребёфинг, все это одно и то же. Плюс мы добавляем еще музыку, и в результате вот эти эмоциональные зажимы, они очень сильно реагируют на музыку, которая тревожна, они, знаете, вот усиливаются, то есть быстрее проявляются. Дыхание я уже показывал, вы можете посмотреть, оно делается очень просто. Вот так вы дышите в течение там 15, 20, 30, а то и часа. И в результате именно вот это дыхание само находит эти зажимы. И когда вы накачиваете вот эту вот энергетику, они, значит, лупаются, выходят через вас, дрожь там, что-то там,
обдает там и так далее. То есть та энергия, которая сложилась, она выходит и наступает облегчение. Вот. То есть это все естественно. Хотите очистить именно от эмоциональных потрясений себя, значит, тут применяется вот одно из таких направлений. Это связано именно с дыханием и музыкой. Вот, и будет совсем другой результат.